всем! В этом видео, как и обещала, я сделаю красивейший ободок, набор галстуку с предыдущего ролика. Для этого мне понадобится репсовая лента двух цветов шириной 4 см, ножницы, кабошон, который я сама украсила стразами, ободок, зажигалка и пинцет, клей-пистолет. Беру репсовую ленту шириной 4 см красного цвета. Отмеряю два отрезка длиной 25 см. Отрезаю. Беру ленту белого цвета и также отмеряю 25 сантиметров. Отрезаю. Складываю пополам. Зажимаю пинцетом. Запаиваю. Разглаживаю для выявления середины. И так со всеми отрезками длиной 25 см. Склеиваю в середине красные заготовки.
формирую бант, креплю булавкой. Клею середину белой заготовки. Беру красную ленту и отмеряю 20 сантиметров. Отрезаю. Складываю пополам. Зажимаю пинцетом. Запаиваю. Разглаживаю. Выворачиваю и клею в середину. На белую заготовку накладываю красную, склеиваю в середине. Отмеряю 11 сантиметров белой ленты и приклеиваю в середину двойной заготовки. Склеиваю бант, убираю булавки. Thank you.
Накладываю на бант двойную заготовку и приклеиваю. Получился очень красивый бант. Не хватает кабошона. Приклеиваем его в середину банта. Далее беру фетровую пяточку диаметром 5 см. Делаю два отверстия для ободка. Одеваю на ободок. Клею на ободок и фетр бант. Вот такой превосходный получился ободок. А в комплекте просто блестящий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и выкладывайте фото своих изделий. Всем творческих успехов! Пока-пока!